3. И всем привет, друзья! С вами Селя Рассел, Хамстер Дед. Мы продолжаем проходить Dying Light, Сектор 0. И сегодня мы отправляемся к Джейд. Да, всем привет! Так. Так, тут кто-то есть. В прошлых сериях, да, мы повеселились. Сегодня мы решили заняться делами. Он на этом уровне находится. Ты его нашел? Да, он в окошке. Саня, ты в порядке? Ты где, Саня, ёптать? В каком он окошке? Вот он. Блин. Он не в ковне? Он сломал голову. Он сломал голову, вон он лежит. Не, вон он. Да вот, кто-то тут. Так он ниже. Так я был ниже. Нет, Саня, ты не был ниже. Ниже это вот. А? Чё? Нихуя себе огненные вылетают, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, начинается побегушка. С тобой погоня. Чего? Ладно, выдвигаемся. О, пизду. О, в окно вылез, блять, откуда-то. Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня не в порядке. Там что, бабахач был, да? Да нет. Там не было бабахача. Вау. Это было близко. Здорово, бомж. А мы на месте. Конечно, есть. Buddy, have you seen a woman named Jade Aldemir? She's got long dark hair, she's tough as nails. Вся из себя крутая такая. Thanks. Что, обосраться крутая? Давай, впускай нас. Нам бы подхилиться на пару. У меня хилок нет. Да, я тебе хильну, стой. А, тебе нельзя хильнуть. Чё тебе нельзя? Ну выйди, подожди, а выйди сюда. А так? И так тебе нельзя похилить. Может, у тебя тоже нету самого? А, 49 штук. Вот он, я черт. Я промолчу, просто промолчу. Ща, подожди секунду. Да я аптечек набахую. Вот жалко, нельзя, да, выделить прям вот сколько я хочу сделать, и все. Постоянно приходится, блин, пробел тыркать. Угу, так. Что ты там нашел интересного? Ну, нашел. Блин, 240, все сильно. Вообще ничего нету, американский пукомет. И то, сколько? 118, иди нахрен отсюда. Вон, дай мне лучше за что-нибудь денег, и все. Виртуальный короткий меч. Чё это? Что это? Блять. Ну, он дерется. Ну, он мне не нужен. Я ж продаю. Надеюсь, я не покупаю. Пацан, не разрисовывай стенки. О, ядовитая жабка. Жабка, иди сюда. А, фель. Фель. Да подожди, фельдшер. Сейчас, секунду. Фельдшер, неси бинты, быстрей. Быстрей. Здесь 5. Нет, или... тут Нига, тут мой брат. Да, я сделал. Я хочу пожать ему руку. А, я два могу. Ну, так, ему не впускают. Где не пожать? Пускают, кому блядь. Пожать, блядь? Где-то. Ниге хочу руку пожать, блин. Мой братан вон стоит, блин. Great. Good to see you again. But Spike? Holy shit, how'd you get here? Псина. Wasn't easy. Anyway, Brecken sends his best.
And listen, from now on, you can always find me here, okay? Брекен посылает лучше. Everything I have for you in the slums, that'll all be here too, so feel free to use it. Yeah, thanks, Spike. No problem, pal. See you next time. Ну-ка, я могу сразу сбагрить, можно? Вау, 88 тысяч он мне дал опыта, обосраться. Что? Что? 70 тысяч? Шо, блядь? Левел апы! Чё, сука? Чё? Битка. Не работает. Точнее, бесполезно. Можете использовать электрические ограды. Чертеж, седьмое небо. Чё-то я не знаю, ладно, но пускай это будет. Где? Саня, ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня. Так, ладно. Саня, Саня, в проем иди туда и направо. А, вот сюда? Да. Нашел? Там прям на столе. Да-да, так точно есть. Тут с кем-то вякнуть надо. Вот да, с этим, вот с этим. Hey, can you help me? I'm looking for a girl. Her petite. Takes no shit from anyone. Her name's Jade Aldemir. Yes, she was here. You didn't miss her by too much. She waited around for a while with a big scowl on her face, and then took off. God damn it! Did she say where she was going? No. But your crane, right? She left this for you. It's a mirror. Why would she have left me this? Well, I can't say for certain. But she did ask me to tell you, not again. Don't know what that's supposed to mean. А еще с тобой поболтать. One more thing. Yeah? You ever use a rifle out there? If you do, you should see our gunsmith, Rupert. That guy can craft a howitzer from a popgun. A silencer would be more useful, but where would I find him? Well, that's the thing. He hasn't been in his workshop for a while. Workshop. Might want to try his flat. Workshop. Maybe I'll do that. Так. Тут еще кто-то есть. А, вот какой-то. Лютый сыка. Сыка-срака. А, снизу? Да-да-да-да-да. Did you hear that loud music? Someone turned it up on purpose. I wonder why. That guy must have a death wish. Я рад. И еще какой-то бомжар наверху только уже. Еще выше. А, да. Еще. Jade, this is Crane, do you copy? Jade, can you hear me? Troy, this is Crane, do you copy? Сейчас вякнет, вякнет эта овечка. Троянская. Why? What do I have to see? You have to see it for yourself. Just get back here, alright? I'm serious. Просто возвращайся сюда, хорошо? Crane, I'm Mort Norris. Worked in the town hall before the outbreak. Modernization of maintenance of hydraulic infrastructure department. Oh, one hell of a job, I'm telling you. Miss it more than I miss my kids these days. Okay. So, you wanted to ask me something? Yes, I was supposed to get water running in my neighborhood again, but I can't because of those damn undead, and it's killing me. Could I persuade you to do it, please? It would be a great civic gesture, appreciated by tens, maybe dozens of people. Oh, what would I need to do? Just redirect the flow of water again. That's all. It'll be such a help. It'll even get our beautiful fountain up and running again. Yeah, right. So what do you want me to do then? Great, great, fantastic. You just have to get to these three pumping stations and switch the valves. Here, I'll show you where they are. Блин, дядя, нахрен, ну... О, уже все, 9 часов. Где наши там инвалиды? Апоссумы. Че, куда пойдем? Даже на этом уровне ниже где-то ящик. Не на этом, ниже просто. Просто ниже. Где-то там, Лёх, впереди. Ой, ёпты, что-то у вас тут мало. Что-то я не вижу ни хрена. Есть, я нашел.
Нашел? Да. Ой, твою мать. А, нет, не наш. Ой, твою мать, же подраники. Все, прощай, Тёма. Ты был мне как брат, но нахрен меня этих приключений. Чё, блядь? Мне надоело, блядь, с ними драться. У меня уже, блядь, пальцы болят от всего этого говна. Вот маленького ушлепка какого-нибудь убить, пожалуйста, но не этих мохнатых чертей. Пиздец мне. Потому что я долбоёб, блядь, переключил. На месте, где и был. А их много там? Никого нет. Один только. Зато какой, да? Не знаю, не вижу какой. Я ниже. Да, сядь. 6, 5, тихо. 4, 3, 2, 1. Нет, 2. Да давай, я, блин... налево за мной и туда. Сейчас хильнусь. Твою мать, они мутируют опять. Да что за хуйня, блядь? Почему он спанул? По-моему, я не успею. Опять? Да, блядь, их сколько? 6 штук здесь. Все, блядь, бегающие. Это пиздос. Дебилы, сука. Кинь гранату им, ёптать. Да не надо, блин, сам еще погибнешь. Ой! Твою мать, я увидел и не раз вижу теперь. О-о-о. Я хотя пересрался. Ладно. О, он в меня плюет, падла. Как обычно, хуйню какую-нибудь получу, блядь, за эту ночь. Я говорю, как я увидел его лицо, больше я не раз вижу, нафиг. Буду на базе сидеть, надо поспать. Но мы на месте. А нам сюда разве? Мы ж вернулись. Подожди, давай посмотрим. Вот, тут есть три задания. Найди, откуда музыка звучит. Пошли. Ну, ставь метку-то. Уже? Не вижу. Я не вижу метки. Да в смысле? Тогда следуй за мной. А, я, кажется, занырнул. Так, зомбарь Бляха-муха, сраные бомжи. Я нашел здесь этот какой-то, как его, блядь, забыл. Ну, маг вот этот, блядь, из... Шалтай-болтай? Нет, ну этот, как его... Ну вот, стой, куда ты понесся, вот. Который Ишак, пришел договориться. Нет, который пришел договориться. Ну вот он, Исхар какой-то, и чё? Нет. Ладно. Your nemesis awaits you. He has waited a long time. Yeah, sounds like you've met him. He once sought my visions for his advantage, but I will not share my gift with such a man as him. With you? Что ты купил? Купил, говоришь, курил. The price will be high, but your payment will not be to me. Now you will go to the river. There is a pungent nightshade that reveals itself only in the moonlight. О, ну и благо мы сейчас это. The smolder of its embers enables the seeker to pierce the veil. Oh, понятно. Bring me several stalks of this plant. Maybe I will. In the meantime, you should shut off the music. It draws attention. Nothing enters that I do not wish. Now, I must prepare my mind. Мамай, блин. Что-то я помню, вот с этим черепом что-то связано было. Или это не здесь. Короче, у него либо стрелять надо, или... Блядь, не помню. Но... Ты попутал либо этот. Да Тайланд, ёпт. Нее, тут тоже такая же есть байда. Ну, не знаю. Первый раз слышу.
Нам надо до рассвета успеть найти все эту бабушку Мураву. Ой! Я надеюсь, не убьюсь там. Блять. Твою мать набирается в глазок. Аккуратней. Это говно. Мансю. Так, тут можно вот скатиться по канату. А куда я еду-то, ёпты? Блять, чё было? Какого хуя? Что, блядь? Я вроде куда-то ехал. Во, я сейчас наберу этого говна светящегося. Все, погнали назад. Кажется, у нас чем-то плюются. Да, кажется, дождь начинается. Офигенно. Я опять за воздух уцепился. Крюком. О, я вспомнил, ёпта, название. Перезада? Нет, Доктор Стрэндж, блять. Блять. Это не он. Где здесь вход, сука? Да он, смотри. Лицо, правда, другое, чуть-чуть. Да не Стрэндж, это какой-то вообще иллюминат, ёпта. Ебать, сейчас накурит нас, блять. Бля, я пошел, короче, в эту сами. Не надо слов, восход солнца приведет тебя к фонтану рыдающей крови, к месту множества языков. Следуй за красным следом, чтобы просветиться под ложной девяткой. В тень короля самозванца будет ждать тебя. Короля, с которым тебе предстоит сразиться. Ты узнаешь, что он и в чем его слабость, и когда придет время, ты отберешь у него корону или умрешь. Нафиг. 1500 забери у него. Так, в смысле, уже забрал? Да? Да? Еще перед. Так. Нам вообще не в эту сторону. Следуй предсказаниям пророчества. Да нахрен оно усралось. Есть один момент. Я боюсь. Блин, страшно туда идти вообще. Базу новую на. Че он, блять, бессмертный, что ли? Я сколько в него всадил пуль? Да. Ах ты кусок говна! Ах ты кусок мохнатого дерьма! Нормально, сколько мяса было. 9 косарей, да. Нам не 4, охуеть, 5000 за смерть снять, пиздос. Так, я надеюсь, хоть до этого говна не ночью надо идти. Да, и как я должен к чуваку этому попасть? Чё за, блядь, бред? Чё за мазафака? Где вообще может, дверь? Может, он в здании где? Ебать, даже... Показывали, даже не там, где он должен быть. 4000 дали. Странно, мне 3500. Ты вообще ничего не сделал. Я бежал. Я, мать его, бежал.
Давай, вот что найду. Что-нибудь. Отлично, грубый клевец. Убойный колун. Великолепный охотничий мачете. Чё? Улучшенная полицейская винтовка. 368 урон. Как тебе такой, Илон Маск? Да, 137, блядь. Возьми мне, блин. У меня 137, да что это за хуйня? Я только одну могу купить. Вторая полицейская винтовка на 184 урон. Пиздец, тоже, блин. 137, блин. Вообще пиздец. Вот она вот такая. Сейчас. Как предыдущая, только такая, песочная. Угу. Да, это вынос мозга хороший. Кстати, дядя, дай мне винтовочные патроны. Спасибо. Так, что мне нам тут надо найти? Какую-то срань? Последуйте подсказкам из пророчества. Следуйте. Каким подсказкам? Который этот наркоман нам сказал. Банкоматы обобрать. Чё-то красное, не красное. Ну вот красное есть, хорошо. Чё дальше? Вот красное есть, ну и... Так, стоп, может быть, к тебе надо. Что красное? Где, покажи. Стенки красные, тут вообще да кто-то горит. Тут прям именно красная одна эта хрень. H. Они о, нашёл! Нашел, быстрее ко мне. А, ну значит. Короче, я был прав, только надо было снизу быть. Я хотя пересрался, меня чуть не убили. Гадские дяди. Clairvoyant or I'm being set up. It's the deceitful nine must be a room number then. Room-ма-на-бам-бам-бам-бам. Отмычка. Хочешь, возьми отмычку. Нужна карта, Лех. Я нашел. Сработало? Да, прошел дальше. О, пехаль. Че у него за пехаль? Подожди. Немецкий, 159. Да лучше его возьму тогда, блин. Че ты патроны выкидываешь? Какие? Не знаю, я уже собрал. Так, одна дверь не открывается. Печалька. Туда не пройти. Лифт тоже запечатан. Ну только наверх, походу, придется, да, теперь? Подожди, может мы тут что не взяли? О, тут карт мы не набрали, ёптать. Каких? А вот, что ты открыл, где зомби башку взорвал, тут ключи на полочках. Открыл один из номеров. О, тут еще, ёптать. Сразу все соберу, пригодятся. Интересно, есть какая-нибудь тайная карта? Походу нету, да? Катана, ни хрена себе. Офигеешь. Успокойся, дядя. Вскрываю лифт. Лифт открыт. 107 is the last room. Я вообще внизу. Да я наверху. Но это нельзя сбить. Может, я тут тоже что-то должен... Не, навряд ли. Ты сказал, лифт вскрыл? Угу. Но он не вскрываемый. На втором этаже вскрываемый. Тоже тут либо все облутал. Там типа того. Вот она живет, сволочь. Нет? Странно очень. Ну это тоже странно. Какие-то товарищи, блядь, ожили, которых, по-моему, не было. Да ты туда, когда ушел, я тут же шети все понабирал хрени, они как поперлись снизу.
Главное, дверь, хоть коробит вообще от нее. Что такое? Что не так? Deceitful nine, of course. Есть, чего? Лёх. Чего, мать вашу? Ладно, я туда пока не иду, Лёх. Жду тебя. Да я смотрю, тут все нахрен. Тут так интересно лазить, ё-моё, по этим. Странно, у меня там никто не вставал. Жесть творится, короче. Но тут ничего не открывается. О, зато здесь чистенько все. Так, ну, выше. Почти. Да, тут можно же выше подняться еще. Так, а если я сюда войду? Что-то ниже есть. Ниже ничего есть, выше только. Как? Ниже есть что-то. Что мы не собрали. Точка? Хрен знает, что... Хрен знает, что это, но... Лёха, точка наверху, а не, на... не снизу. Я знаю. Встанешь? Нет. То я... Я опасаюсь таких товарищей, блин. Я тут лазю в каждый этот, каждый уголок, смотрю, что ж тут мне интересного подкинут. Может, я стану Шерлоком? Но, походу, дела нет. И они все дохлые. Но такое ощущение, как будто они встанут. Нет. Ладно, ты говоришь через это, да, перейти? Mm-hmm. Сейчас, а где тут? А, прям сразу же на этом этаже, типа. Сейчас, секунду. Так, тут я чуваку хочу... плохо. Но он меня пока не видит. Так, сейчас, я открываю шкафы. Сейчас я сзади зайду тебе. Так, здесь... А здесь вообще ни хрена нет. Угу. Или это обманка? Не. Ладно. Ладно. Кто там? Да, а-а, он тут сидел, отдыхал, что-то хотел. Ни хрена себе на целом коробке. Причем. А это не этот, не панкероид был злобный. Хз, но он был дохлым уже. Тут что-то в сумке. Твою мать. В сумке что-то есть, но у меня. Инвентарь заполнен. Увы. Но это не зомби сидел, да? Зомбак. Блять, это что сейчас рычал, сука? Deceitful nine, of course. Да это я рычал. Вот так? Ну да, типа того. Тут просто пистолет Раиса. Да? Да. И чё, сколько он бьёт? Пока еще не знаю, сейчас найду его только. Ну где он? А, подожди. Бляха-муха. А что, им стрелять нельзя? Ты взял его вообще? Кого? Здесь нет ничего. А что, я его как задание взял? Ну, в смысле? Нахуй. Вот, тут есть что-то. Хуй с ху, блин. Великолепное говно, блин, белого качества. Они даже 250 не бьют. Ну, тут фотки Раисы, еще какие-то фотки. Конфиденциальная информация. Типа мы за ней шли? Ой, здесь есть подвал.
Да, я в подвале был. Тоже инвентарь заполнен. А чё, я здесь не был? Тут мешок валялся. Все назад, да, вниз? Угу. Я чешу. И все. Бегу как пуля, быстро, дерзко, резко. Ау! Старый город и фонтан. Вернуть подачу воды. А, подожди, то есть мы уже выполнили то задание. Получается, да? Угу. Да. Идите в квартиру к Руперту. Не, давай, наверное, фонтанчики в следующей серии начнем мочить, а закончим Рупертом. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. И не забывайте подписываться на наши каналы, ставьте лайкосики, пишите комменты. Ссылочки все будут в описании под видео. Ну а с вами был Селли Россел, Хамстер Дэд. И увидимся уже в следующей серии. Будем выполнять еще два задания. Пока что, по крайней мере. Все, всем пока. Всем пока, ребята.